Кажется, сегодня информации в интернете бесконечно много, и в ней очень легко потеряться. В школе медиаграмотности научат сортировать полученные данные. К тому же здесь студенты научатся так называемой информационной гигиене, как оставаться в безопасности, заходя в интернет, что такое нежелательные ссылки и многое другое. В связи с проведением специальной военной операции на нашу страну в буквальном смысле льется огромный поток дезинформации, в том числе деструктивный контент, деструктивные сообщества, группы смерти и все прочее. Это, конечно, цель одна – завладеть умами наших детей, чтобы направить их и выполнять, и управлять ими. Прийти обучаться может любой желающий. Сам процесс будет строиться на основании потребностей студента. На базе школы будут работать психологи, которые помогут скорректировать учебный план определенным категориям. Информация, технологии – все это сейчас востребовано. Безопасность в интернете в первую очередь важна, потому что интернет – это огромная площадка, где кроме хорошего есть и плохое. Уроки в школах области планируют проводить ежедневно. Педагоги же смогут участвовать в круглых столах. Желающие стать учеником школы медиаграмотности могут обратиться в организацию по телефону горячей линии 8 800 756 76, либо обратиться в IT-стрелку на улице Советская. Волонтеры обработают запрос и направят его куратору. Только за 2022-2023 годы эксперты-волонтеры школы медиаграмотности провели более 1500 уроков безопасности в интернете. На портале Лиги опубликованы методические материалы для учителей, советы по безопасности в интернете и учебные пособия для школьников. Полина Болтова, Николай Иванов, Рамазан Уружмагомедов. Область новостей.